Привет, мои дорогие! Очень рада видеть вас сегодня. И сегодня речь у нас с вами пойдет про витамин D. Действительно, очень много разговоров на тему витамина D. Очень многие сейчас принимают данный витамин и порой действительно не соблюдают нужные дозировки, правильный прием этого витамина, и поэтому мы получаем очень серьезные, в том числе, последствия. И крайне рекомендую все-таки к этому вопросу и к приему витаминов также подходить очень аккуратно и все-таки консультироваться со специалистами. Кстати, кто из вас принимает витамин D? Напишите, пожалуйста, в комментариях, действительно интересно посмотреть, узнать и в какой дозировке, если вы принимаете. Ну, давайте начнем, что витамин D – это очень важный витамин, практически один из главных витаминов женского здоровья. То есть он для нас очень важен, выполняет очень важные функции, то есть помогает как раз всасыванию фосфора и кальция из пищи, и, соответственно, всасывание их для выполнения всех необходимых функций. То есть это костная ткань, это, соответственно, выполняет также большую функцию для иммунной системы. То есть как раз у тех людей, у кого достаточное количество витамина D, иммунитет гораздо лучше, и данные люди менее склонны к тем или иным инфекционным и воспалительным заболеваниям. Ну и, конечно, также предотвращает развитие онкопатологии. То есть уже также доказано, у людей, у которых достаточное количество витамина D, меньше каких-либо проблем именно онкологического характера. Ну и плюс кости достаточно крепкие, достаточно долго. И остеопороз у тех, кто принимает витамин D, развивается гораздо позднее или вообще не развивается. То есть, да, там же оценивается именно в процентах разрушения костной ткани. Так вот, те, кто все-таки правильно принимает витамин D, этот процент достаточно хороший. И после последних проведенных исследований дана такая статистика, что где-то 80-90% страдает людей дефицитом витамина D. И также, конечно, нужно говорить о том, что когда ребеночек рождается, врачи всегда делают акцент, что да, маленькому нужно пить витамин D. Витамин D необходим маленькому ребенку. И все мамочки 100% капают витамины капельки, дают ребеночку для того, чтобы не было рахита. А, соответственно, как ребеночек чуть-чуть подрос, они уже про это забывают и, в принципе, даже ничего вообще не дают. Соответственно, также важно давать витамины и принимать витамины девочкам-подросткам. Это важно для формирования опорно-двигательного аппарата. И, соответственно, какие же проблемы могут быть у женщин, именно гинекологические, о том, как заявлено в названии нашего видео, связанные с недостатком витамина D? Ну, во-первых, это лишний вес. То есть, также витамин D влияет на метаболизм. И у людей, у которых недостаток витамина D, в том числе имеется лишний вес, различные аутоиммунные заболевания. Если мы говорим про гинекологические заболевания, то это проблемы с овуляцией, гипоплазия эндометрия, то есть эндометрий тонкий. И как следствие этого всего, это бесплодие, чего мы больше всего боимся. Поэтому, конечно, когда мы говорим про проблемы с зачатием, мы всегда напоминаем про то, что, конечно, витамин D нужен для того, чтобы созревала хорошая, здоровая яйцеклетка и проходила хорошая овуляция. Значит, профилактическая доза витамина D
2000 международных единиц. Это профилактическая доза. Конечно, я крайне не рекомендую принимать витамин D просто так, учитывая, что сейчас много солнца. Есть месяца, когда мало солнца. От этого варьируется дозировка. Ну и лучше бы, конечно, сдать анализ крови на витамин D для того, чтобы посмотреть его содержание конкретно у вас. Также рекомендуется принимать витамин D после завтрака и, соответственно, подбирать правильно данный витамин, так как он был в активной форме и жирорастворимый. Это очень важно. Затем, значит, еще раз, проблемы, которые бывают при дефиците витамина D. Это повышенная утомляемость, бывает даже хроническая утомляемость, что вы все время устали, вы все время себя плохо чувствуете. Это как раз с этим связано. Рахиты, остеопорозы, то есть это проблемы костного аппарата, да, то есть опорно-двигательного аппарата. Это лишний вес, как я уже сказала. Это аутоиммунные различные заболевания, кожные высыпания, нервные расстройства. При гинекологических образованиях, прошу прощения, гинекологических заболеваниях, это циклы без овуляции, это тонкий эндометрий, это нарушение менструального цикла и, как следствие, отсутствие беременности. Поэтому что вам нужно, крайне рекомендую сделать? Все-таки сдать анализ на витамин D. Если у вас будет менее 30 наномиллиграмм, наномиллимоль на литр, тогда это показание к приему витамина D. Конечно, есть разные лаборатории, есть разные референсные значения. Но, тем не менее, я вам крайне рекомендую сдать данный витамин и обратиться к врачу для того, чтобы врач точно скорректировал вам дозировку и выбрал препарат, который вам необходим. Есть в капсулах, есть в капельках, есть совершенно разные формы. И поэтому вам точно доктор объяснит, как принимать одну капельку, две капельки, три капельки после еды, какую лучше пищу принимать. Это очень важно. Поэтому, дорогие мои, обращаем на это внимание. Переизбыток витамина D тоже не есть хорошо. Поэтому, если у вас хорошее количество витамина D, и вы сейчас живете в солнышке, то есть погода хорошая, постоянно солнышко, вы часто бываете на улице, то, конечно, это повод не для того, как раз для того, чтобы не пить данный витамин и его не принимать. Поэтому вот тут надо быть очень аккуратными. Эти темы всегда мы должны с вами максимально знать, обсуждать для того, чтобы все-таки разбираться, что же с вашим организмом не так. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите, кто принимает витамин D, пишите, в какой дозировке, какой препарат. Мы с вами обязательно это обсудим. Я вам желаю всего самого наилучшего. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами обязательно встретимся. Всем пока, до новых встреч!